Ткачев на Алексеева. Алексеев возвращает. Владимир Ткачев. Гол. Ничего себе. Какая шайба Ткачева. Как он попадает. А, ну масть. Мне очень пас Алексеева понравился. Подкид, который прям перелетает у соперника и прилетает прям к Владимиру Ткачеву. Классный гол Локомотива. Гол красивый. Ну и без голов обойдутся в третьем периоде. Не так. Вот смотрите, подкидка Алексеева. Раз через две клюшки прям Ткачеву и он попал. Ну, кстати, вот отдал, открылся, да, получается. Mm-hmm. Классика хоккейная. И Ткачев шикарно бросает на неудобной высоте. Шугаев бессилен был что-либо сделать.